что, кофейку выпить? Так, попили кофейку. Давайте перейдем в зеркало еще сходим. Потом уже пойдем уничтожать искусство Стефана. У нас, по-моему, есть слайды. Да, один. Кидман, это я. Хорошо, что ты на связи, Себастьян. После маяка я пытался разобраться. Но все решили, что я просто брежу или скрываю правду. Я сам начал верить, что так и есть. Что, может, я сошел с ума? Я был так несчастен, так бесполезен. И мою боль могла заглушить только выпивка. Столько времени упущено. Нельзя было сдаваться. Черт! Не надо себя корить. Если Мёбиус не хочет, чтобы его нашли... Не оправдывай меня, Кидман. Я облажался. Короче, сейчас не время сидеть и оплакивать прошлое. Пора собраться и действовать. Именно самобичевание довело тебя до бутылки. У тебя появился шанс вернуть то, что ты потерял. Не упусти его. Сурово. Но справедливо. Ты права, Кидман. Спасибо. Да, я всегда считал, что бутылка это не самый лучший выход. Так, что у нас здесь новенького? Ничего, да? Так, двое у нас выживших. А, кстати, киска там принесла нам вкусняшки. Давайте посмотрим, что там на верстаке можем починить, сделать. Создание предметов. Так. Ну, само собой. А, всего один. Ну, ладно. Дробовика хоть может быть даже и один полезен. Дымовой болт. Так. Сделаем. Шприц. Шприца, я думаю, будет достаточно. Так, что мы можем прокачать? Нет. Давайте-ка дробовик посмотрим. 480. Ах, чуть-чуть не хватает. Ладно. Что у нас на пистолете? 400. Мощность либо критический урон. Давайте лучше критический урон. И сходим к Татьяне. Вы не можете надолго расстаться со мной, да? Так, интересно, ключики-то у нас остались, нет? Нет, ни одного ключа. Давайте посмотрим, что можем прокачать. 10 000 у нас. Так. Драчун. Атаки ближнего боя, в том числе удары ножом и топором, наносят больше урона. Очень серьезно уменьшает дрожание прицела при стрельбе. Дополнительно уменьшает отдачу при стрельбе. Так, что у нас здесь? Увеличивает вероятность автоматически увернуться от атаки. Не действует против определенных атак. Увеличивает максимальный показатель выносливости. Давайте
рефлексы прокачаем. Ну что, как по стандарту, разок стреляем, постреляем. Должны сделать рекорд. Что ж ты? Что, где больше? Сорок семь. Черт. Текущий счет 47-100 и рекорд 47-100. Ладно. Развлекались и хватит. Так, где вход? Ну что, теперь нам надо отправляться. А, что у нас тут? Подсумок для дробовика. Текс. Пистолете 0 и один патрон в дробовике. Так, ну их там целая куча. Давайте попробуем обойти. Одного патрона на всех-то не хватит, это точно. Так. Надеюсь, прокатит, нет? Или все-таки засекут? Заметить. Так, интересно, заметили ли? Он там бежит. Похоже, заметил. Да, так и есть. Валим, валим. Ну, ё-моё, тебя еще не хватало. Интересно, ведьма-то услышала там? Так, дымовой болт. Так, и где она?
подходит. Вижу тебя. Вижу тебя, родная. Так, давайте попробуем. Ух ты, попробовали, блин. Как она так увидела. Давай залазь-то. Ух ты, ух ты. Похоже, пофиг, а? На тебе в голову. Это что? Гвозди, гвозди. Патронов-то нету, вон там что-то лежит. Опа. Возможно, это... Возможно, это пригодится. Так. Что мы можем? Один разрывной. Давайте-ка. Разрывной. Гана там. Паркурит. Ай. Что я наделал? Да отвали ты. Что ж ты такая быстрая, ты резвая. О! И в башке. Забавно. Так, и как же тебя, родная, прикончить, а? Где же ты? Не вижу тебя. Не понял, их две? О, черт, их две. Надо валить. Валим тогда. Вот это жесть была. С двумя я не готов справляться. Так. А мы как раз рядом. Сюда в дом. Отель-обитель. Давайте. С одним дымовым болтом. Попробуем. У нас патронов нет. Ничего нет. Это и есть его шедевр. Это только фото. Я из тебя всю дурь вырежу. Да ну на. Черт, заперто. Нужен ключ или еще что?
Нарисован какой-то молоток. Ну ладно. Ух ты! Да неужели? Обскура, что ли? Вот ее как раз сейчас и не хватает. О, черт! Кровавая ванна. Блин, и как с ней бороться? Балеринки. Патронов-то нигде не лежит, блин. Вот у меня такое подозрение, что сейчас возьмем ключ. Отлично. Теперь смогу подобраться к его инсталляции. И вылезет обскура. Черт! Может, удастся проскочить. Ух ты, ух ты! Давай, беги, 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 беги. Быстрее, 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 быстрее. Черт. Есть. Надеюсь, меня хоть на время оставят в покое. Фух. Что-то я даже немного поднапрягся, блин. Что еще? Мария Крейн. Я так понимаю, до них дотрагиваться нельзя. Аккуратно. Аккуратно. Ладно, Хоффман. Надеюсь, ты права насчет уничтожения этих штук. Так, я юмора не понял. О. Теперь главное... Приступим. Уничтожить этот шедевр было даже приятно. Но это еще не все. Остался еще один. Да, еще один. Так, с помощью коммуникатора найти оставшиеся произведения. И он находится вот здесь. Так, теперь надо добраться до туда. Это будет, я думаю, очень сложно. Может, в автобусе что есть? Черта тут нету.
ты тут не будешь рычать? Так, еще что-то нашли, нет? Понятно, это он его засек. Творение Стефана. Что-то лежит. Так, еще что-то. Ну давайте попробуем до БТР добраться. С той стороны лучше обойти. Получится, нет? А, фига с два там. Получится. Все завалено. Надеюсь, ты меня не тронешь. Блин, это придется все обходить стороной, что ли? О! Да ладно, блин. Ну, зато, наверное, можно... Можно сделать шприц. Один. Это радует. Травушка, отлично. Так. Черт. Ой-ё, сколько вас тут. Дайте мне уже патроны, блин. Чё они там складывают? Да что ты делаешь-то? Один патрон. Застрелиться, что ли? Thank you.
Так. Что-то он там замышляет, блин. Уходи. Такс, их тут раз, два. Пока двоих только вижу. Получи. Черт. Жесть, короче. Засек меня все-таки. Будем все делать в спешке. БТР. Что здесь? О, патроны. Один. Черт. Ну давай. Хотя бы от одного избавимся. Отлично. Так, о, два болта можно сделать. А, один. Ну, что, я думаю, он поможет, нет? Где? Блин, еще идут. Еще и промазал, блин. Жесть. Так, уйди. У нее топор. Вообще нет ничего. Бутылкой попробуем привлечь. Да как ты меня, твою мать, а? Окей. Я знаю, что ты такой злой. Так вам. Быстрей. Это что? Ключ от склада. Этот ключ найден на трупе в переулке. Он открывает складское помещение около почтового отделения. Нафиг валим теперь? Нет? Да, нет? Для каждого ключа есть замок. Только вот где он? Включай замок. Все, нет меня. Я растворился. Растворился я. Иди, дядька, гуляй. И даже не смотри в мою сторону. Так. Да, ребята. Мы
оказывается, круты. Черт, я в ловушке. Помогите! Вы слышите меня? Черт, я в ловушке. Надо отсюда свалить. Мне просто было нужно добраться до БТРа и свалить отсюда. Помогите! Вы слышите меня? О боже, я умру в этой Сэм. Пропаду, как будто меня и не было никогда. Прости, Лоусон. Похоже, у меня не получится подкатить на БТР и забрать тебя. Так. Что за смех? Тебя мне еще не хватало. Такс. Возле почты где-то. Я думаю, это этот ящик, который был закрыт наверху. На крыше там. Ну нет. Нафиг, нафиг, нафиг. Так, где у нас почта? Убежище. Блин. Вот ее точно не хватало тут. Фу. Что ж вы творите-то, а? Разработчики. Патроны для дробовика, две штуки. Ух ты, убежище. Закрытое. Такс, где у нас почта-то? Не хочу посмотреть, что там в ящике. Где выход-то отсюда, блин? Пусто, пусто. Все кругом пусто. Да что ты притормозил-то? Иди давай. Убежище чуть-чуть осталось, но... Где там кофемашина?
Че, я думаю, разбежались-то. Так, отлично. Он на той крыше. Мы видели запертый ящик. Давайте попробуем. Да ну нафиг. Нет, что ли? И где это складское помещение рядом с почтой? Блин. Кругом засада, а? Тут замок закрыт, там замок закрыт. Топорик. Вот ты-то как сюда? Длинноствольный дробовик. Дробовик средней дальности с длинным стволом, который позволяет наносить урон на дальней дистанции. Да. Вот это уже неплохо. Такс. Чё же всё в кучу-то, а? Жесть, а? Черт! Так, что надо сделать-то, чтобы... Ой-ё! Нет. Да жесть. Быстрее, быстрее. Быстрее в убежище. Давай, 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 бегом, бегом, бегом в убежище. Давай ты. Полный ахтунг. Все, разбежались там. Как говорится, я в домике. Такс. Что у нас?
Давайте отправляться. Уничтожим еще одно искусство Стефана. Так. Нафиг вас всех. Все, свалили от нее, нет? Похоже, да. Еще это ходит с бензопилой. Покончим с этим. Что, снова ключ нужен? Не кричи. Я делаю из тебя шедевр. Ты станешь частью моей обскуры. Податливая, как глина, и не такая твердая, как мрамор, золотая середина. Я не могу сосредоточиться. Скульптуре язык не нужен. Он реально псих. Снова глаз этот. Это жесть уже. Отлично. Блин. Thank you.
идет, блин. На, получить. Еще раз. Готов. Так, сделать-то мы что-нибудь можем, нет? Еще один патрон для дробовика. Болт. Две штуки. Долбится, блин, в дверь. Тихо. Жесть, блин. Нафиг, беги. Еще тебе. Жесть. Где ты? Хватит, нет патронов. Да ладно, зафигачили. Фух. Это реально. Жестоко, блин. Так, давайте-ка топор возьмем. И снова ловушки. Так, снова ловушки. Здесь не пройдем. Блин, надо с той стороны обходить. Ну, давайте. Аккуратненько.
Что это было сейчас? Личный бар дьявола. Фу, теперь осталось войти в театр. С обоими шедеврами покончено. Должно сработать. Вернусь к театру и попробую попасть внутрь. Так, бутылка максимум. У нас даже один патрон остался. Текс. Где у нас театр? Чтоб тебя. Второй раз, блин. Ой-ё. Ладно. Ускорились. Неужели добрались до театра, а?